Вот сегодня видите, как намело-то. Вечер уже. Намело. Видите, как намело. Снегу. Там. Орхидея цветает. Скоро, ну все равно скоро еще зацветет. Сегодня похолодало сильно. 7 апреля 2023 года. Сегодня, кстати, Благовещение. Ребята, сегодня Благовещение. Как-то так. И снега вон сколько. Ну, это мало. Может быть, еще не кидается очень-очень много. Да-да-да. Ну, вот сегодня у нас какая погодка. Под вечер такая погодка, днем такая. Кстати, вон она петунья. Вот она, сейчас покажу, девочки, мальчики. Маленькие. Сколько много. Все несет и несет снег. Короче, девочки, мальчики. Конечно, холодно. Руки мерзнут. Я иду. Кстати, сегодня у нас суббота. Да, 8. Девочки, мальчики. Суббота, 8. Прохладно. Мороз. Дождь нос. Ой, машина, смотри, какая красивая. Красивая. А? Ой, это сколько? 59. Ну, очень долго. Маленький такой. Такой. Такие вот
А, вот эти вот кинза. Это вот такие большие. Интересно, сколько стоит. Это вот такая вот красивая. Короче, иду, гуляю по парку. Хочу сказать, гуляю по парку я. Эти уже прилетели, скворчики. Почти прилетели уже. Чирик-чирик. Хочу это, знаешь, вот смотри, какое небо красиво. Вот ты прилетела. Она не прям на этом. Прям на этом, девочки, мальчики. Небо просто потрясающе. Вот шикарно, да? Вот смотри. Тоже. Дети, наверное, уже катаются. Да? Паровозики. Вон они. Короче, вот так вот. Ручейки. Ручейки, ручейки. Вот смотри. Ай, ай. Тут и ноги можно поломать. Гуляем, гуляем, девочки, мальчики. О, видишь? Ой. Девочки, мальчики. Как всегда. Как всегда. Тырым-пырым холодно. Ну ничего, с чаем можно. Смотри. Да, вот мы же туда пойдем. Погуляем. Погуляем. Вон это скворцы прилетели. Вон они сколько их. Ой! Чуть это. Горяченько. Птички, дай бог, не знаю. Что за птички, не пойму. Вон они. Какие-то здоровые такие. Вон они. Что-то жрут, не пойму. Вон они. Какие-то. Не пойму, да? Я тут так вот иду. Вы скажите, что и где. Гуляем, девочки, мальчики.
просто интересно, что за птички вон там носились он и. Гнезда. Прямо там. Вон. Что за птица, не знаю. Ой. Красота, да? Хоть бы не это, не стебануться. Но ничего, мы так вот пройдем по речке. Вон и много. Ну там шабаш какой-то. Шабаш видим. Что, девочки, мальчики, жизнь прекрасна. Видите, какая прекрасная природа. Птички там прилетели. Прям вот, знаете, вот просто класс. Красота. Ну, мне, конечно, не это, но я хочу вам показать. Вот так вот, вокруг. Как и говорила Татьяна Владимировна, надо вот так вот показать. Потихонечку, вот так ведёшь, тыры-пыры, и оно получается хорошая такая это. Ну вот. Замечательно. Жизнь удалась, девочки, мальчики, чай. Правда, так холодненько. Холодненько. На солнце, конечно, оно нормально было. Ничего не пойдет. Да? Нет, я шарфик одел, правда. Думаю, ладно. Так, а то, елки-палки, заболею. Насморк. Хотя сопли идут тоже. Вот когда выходишь на улицу, тогда сопли идут. Если мы гулять не будем, то оно не получится ничего. Видите? Какая красота. Вон, видите? Вот. Прекрасно. Я уже, знаете, это много-много тут снимаю. Уже столько лет. Деревья убирают старенькие. Скоро все расцветет, все это будет красиво, посадят новые деревья, красивые такие, яблони посадят, черемуху новую, короче, все посадят, и нормально будет красиво. Вот какая-то птица, смотрите. Вон она, огромная такая. Прилетела. Кукушка, наверное. Вон она, гнездо. Две, вот, смотри. Вон они. Здоровая такая. Прилетела туда. Смотрите, ребят, 3 мая будет у войны не детское лицо.
вот музыкально-военно-патриотический спектакль. Третьего мая 18:00. Тыры, тыры. Ой, девочки. Ребят, новая афиша появилась. Ребят, это какого числа будет? 25-й мошенники. 17 июня в 19:00. Видите? Олег Верещагин, Эвелина Блюден с Виктором Лугином, Пилипенко Валентин, Мария Гуськова. Да, это спектакль будет, девочки и мальчики. Запомните, 17.06. Вот. Ну, как-то так. Пойдемте дальше. Мультипульте. Да? У нас это... Вон они, смотрите, какие полетели. Вон они, птички. Тыры-пыры. Я не знаю, что... Какие птички. Короче, вот так. Красота. Смотрите, красота-то какая. Там что-то такое, не пойму. Вон там. Чешарик какой. Сегодня холодно. Холодно сегодня, ребят. Лёд, смотри, какой у нас. Ой. Короче, вот так вот. Фух. Пойдём, мы же так вот. Холодно. Где-то минус 6 или минус 10, по-моему. Такая у нас погода сегодня. Короче, девочки, мальчики, дышите воздухом. Будет у вас все хорошо, все замечательно. Как-то так. А негатив свой спрячьте куда-нибудь. Хорошо? Когда вы заходите ко мне на эфир, свой негатив убирайте. Не надо вам это. Видите? Вон он какой. Красота какая. Шикарно. Да? Шикарно. Тут вот смотри. Шикарно. Что там за здание, не пойму. Какое-то вот такое здание. Шикарно. Закат.